Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Атмосферные процессы меняются. Гребень уральского антициклона расширяется по югу Сибири на восток, но теплого фронта из-за Урала еще придется подождать. Теперь о погоде более подробно. 11 октября в Новосибирске нас ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северный со скоростью 3,8, днем порывы до 13 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют похолодание. В ночные часы температура составит 0 плюс 2, днем 2-4 градуса выше 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь, желаю хорошего настроения и удачи во всем.